решения и виртуозное владение телом. Именно эти качества настоящего рукопашника выделил Алексей Алексеевич Кадочников, создатель уникального стиля рукопашного боя, стиля Кадочникова, который, в свою очередь, является составной частью славянского мировоззрения, известного как русский стиль. Можно как? Эти как-то было, чьи? Я думаю, что я буду.
Знаешь, чтобы они только тебя не зарезали. It's important they don't cut themselves. Еще не крутой, есть получше, там 200 с чем-то. Лучше уж маленькую камеру взять, знаешь. Качество лучше будет, и на видео можешь сразу переписать. That's how that people show that work, right? It's kind of like a, the person stays.